Платонов пытается договориться с потерпевшими, но они настроены довести дело до суда. Настя хочет помочь Платонову, но Платонов просит ее не вмешиваться. Макеев вновь просит Каштанову оставить Точилина в покое. Кира сообщает Кострову, что беременна. Емельянов приглашает Алису на свидание. Настя понимает, что Казанцев не хочет помогать Платонову. Тогда она берет дело в свои руки.